понятно, что мы зарядили зал нормально. Все жюри посмеялось, ладно, я не понравился мои шорты. Это плюс. Это большой плюс. Тим часом у холі забути про хвилювання, час і навіть вихід на сцену головного шоу України усіх змусив ось цей усміхнений юнак. Ніхто не може відірвати погляд від рук хлопця. Два. Один шар у мене в руки, другий тебе дуже крепко. Переверні. Открывай. А! Я даже почувствовала, как оно. Ой-ой-ой, ты же. Оно рука начала розлетати. Еще хочу. Звичайний студент Юрко навіть не здогадується, що до сьогодні те, що він з такою легкістю виробляє з ложкою, українці бачили лише у виконанні британського мага Урі Геллера, найприскіпливішого судді битви екстрасенсів. Дайте мені час. Так, це почалося. Дивіться. Ложка м'якшає. Дивіться. Вона дуже м'яка. Чекайте, зараз вона впаде. Так, доторкніться. Вона холодна. Доторкніться. Смотрите, я її просто тру. Вона згибається, все відбувається на ваших глазах. Теперь она опускается. Все по-честному, настоящая металлическая ложка. Можете ее проверить. Все по-настоящему. Смотрите. Оп, я тру. Смотрите, оно сгибается все больше и больше. Ну теперь без прикосновений. Юркові вже час на сцену. Побачимо, чи зможе він причарувати суддів своїми магічними здібностями. Держите, здесь один, здесь два. Сейчас сделаю так, что один с этой руки прилетит в другую. Договорились? Смотрите внимательно. Смотрим. Ну, шарлатан. Откройте. Потому что не получается. Юрка, не получается. Ладно, пускай здесь не получается, иди туда, что получится. Я думаю, что в конце все обязательно получится. Ну что, давай. Вот смешной. Здравствуйте. Как зовут? Юрий. Иллюзионист. Так, Юр. Я очень не люблю плохих иллюзионистов. Ну, очень не люблю. Ты хороший? Да, постараюсь вас впечатлить. Впечатляй. Спасибо. Оксана,
Оксана, мы ничего не теряли? Ты змей, да? Ты такой! Ты просто меня надул! Он украл мои часы. Ты понимаешь вообще, кого ты пускаешь в дом? Нет, это, конечно же, шутка. Ну, это понятно. Юр, ну, очень симпатичный молодой человек, обаятельный, улыбка у тебя классная, артистичная, это здорово, глаза живые, знаешь, как вот такие нафталиновые к нам иногда приходят. Не, не у тебя нафталиновые, говорю, приходят к нам иногда такие нафталиновые фокусники с такими просто деревянными лицами. Ты живой, и это мне очень нравится. И убедил, вот убедил, ей-богу, класс. Спасибо. Влад. Честно, развел как пацана. Спасибо. Ну, конечно, кое-что понятно, откуда оно берется, как все происходит, но все равно интересно, все равно с юмором, с улыбкой, позитивно, и ну, я уверен, что ты достоин этой сцены. Спасибо. Игорь? Юр, насправді я повірив, все класно було, я тобі кажу так. Спасибо. Я тоже говорю да. А можно еще один фокус? Я просто хочу, чтобы все зрители поучаствовали в этом фокусе. Можно? Давай. Хорошо, давайте сделаем все вот так вот руки. Сделайте. Отлично, теперь вот так вот. На крест. И сжимаем замочек. Самое главное, чтобы большие пальцы смотрели вниз. Давай. Отлично, вы тоже можете повторять. На крест. И сжимаем. Большие пальцы у всех смотрят вниз. 1, 2, 3 и поворачиваем их наверх. Спасибо. Запутался окончательно. Подожди, у тебя 2 да пока что. Нет, не 2. 3 да. Спасибо. Вот теперь уже все. Иди. Ты меня не трогай, я тебя сейчас стукну. Гадюка. Сколько тебе лет? 19. 19? Где ты научился снимать? Ну, не трогай. На самом деле я снимаю часы, да, могу достать телефоны, но я их всегда возвращаю. Да никто тоже не сомневается. Ну, это моя профессия, я люблю удивлять, а не воровать. Понятно. Но не волнуйся, никто не подумал о том, что ты это сделал. Спасибо, это было очень эффектно. Спасибо. До встречи, Юр. Схоже, у головному шоу України щойно стало на одного чарівника більше.